забыть, все забыть. Хочу сегодня горький чай на столе. Остыл и ладно, не могу я допить. Его уж точно никогда, никогда. Ты слышишь, ненавижу я тебя. Как же так смогла ты поступить со мной? Не пойму. Ну почему же ты была, ты была? Эй, в судьбе моей зачем? Всем привет, меня зовут Сослан Джоев. Живу в городе Владикавказ. Военнослужащий Национальной гвардии, я запевала 3-й роты оперативного назначения. Люблю петь очень-очень сильно. Пою с детства. Не учился нигде, как-то все от души, как-то все льется вот так, да. Особенно больше пою где-то в машине, где-то на выездах, вот так вот. Как я узнал насчет телепередачи, я смотрел, играл с маленькой, со своей дочкой, пели вместе, потом раз я переключаю канал и вижу X-Remix. И вот так вот как-то захотелось поучаствовать. Сегодня я хочу исполнить песню «Арзуман, королева». Кстати, хотел передать привет своим близким, родным и военнослужащим Национальной гвардии. Всем вот держаться. Я участвую в проекте X-Remix на канале «Медиа 15».
больше так не могу.